Министерство иностранных дел Казахстана выразили глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы. Пресс-секретарь Айбек Смадияра сообщил, что посольство в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами в Израиле. Создана горячая линия, формируется список наших граждан для оказания им содействия в возвращении на родину. Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом.